Для гостей ВДНХ появился мобильный путеводитель. Приложение можно скачать на сайте выставки. Посетители могут выбрать для себя одно из многих десятков событий, которые каждый день происходят на ВДНХ, а также найти нужное место. Маршрут можно построить как от точки, где в данный момент находится человек, так и от любого другого места на выставке. При желании можно поделиться своими впечатлениями от посещения ВДНХ.